Во главе парада спортсменов – анапчане. Традиционная церемония открывает первые в этом году на курорте состязания – первенство Краснодарского края по фитнес-аэробике. На данные соревнования приехали спортсмены из 6 муниципалитетов. Это город Краснодар, Новороссийск, Анапа, станица Староминская, станица Каниловская, город Геленджик. Все команды из города Анапы выступают от спортивной школы номер 1 Олимпийского резерва. Наши спортсмены очень готовились к данному старту, замотивированы, будем претендовать на призовые места. Поспокойнее, все нормально. Слова поддержки тренера перед выходом читаются по губам. Катя из Новороссийска, кандидат в мастера спорта. Акробатикой занимается 10 лет. Красочный костюм со стразами и яркий макияж выделяют спортсменку. Главная изюминка в другом – техника танца. Во время выступления Катя демонстрирует навыки растяжки, акробатические прыжки и даже отжимания на одной руке. В это время слова поддержки тренера и товарищей по команде едва не перебивают громкую музыку. Очень рада, что такое количество людей поддерживают меня, очень приятно. На этом турнире, конечно, хотелось бы занять первое место, а вообще в ближайшем будущем хочу поехать на чемпионат России и войти там в тройку. Поймать тренера после выступления Кати оказалось сложной задачей. Во время общения с журналистами наставник продолжал следить за своими воспитанницами. Сейчас как раз-таки выступают мои девочки. Вот. Но перспективы у нас хорошие. Думаю, в принципе, у нас все будут на пьедестале. Атмосфера классная. Видите, как детям нравится. Все отлично. Все супер. По итогам турнира Катя заняла почетное первое место. В копилке анапских спортсменов по одному золоту и бронзе, а также 2 серебра. Впереди подготовка к ЮФО. Состязания пройдут в Анапе на базе детского лагеря «Энергетик» 16 марта. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.